Самый активный вулкан Перу вновь проснулся. Убинос выбрасывает 5-километровые столбы пепла и газа. На юго-западе страны объявили чрезвычайное положение. Началась массовая эвакуация жителей. Покров из вулканического пепла уже накрыл около 10 деревень и фермерских хозяйств в радиусе 20 километров. По словам экспертов, активность вулкана напоминает извержение 2006 года. Тогда Убинос впервые проснулся после 40-летней спячки. Благодаря своевременной эвакуации жертв удалось избежать. Выбросы более крупных фрагментов лавы и пепла могут достигнуть близлежащих деревень. Вероятность этого мала, но не исключена полностью. Извержение может быть необычайно мощным.